Зачем гуманитариям знать математику? Вот это замечательный вопрос, который я постоянно получаю. Еще в начале, когда я объявил, что я читаю курс «Математика для гуманитариев», мне очень многие люди говорили, что зачем она нужна, почему они должны вообще как бы... Почему ты думаешь, что на тебя запишется? Я не думаю, а знаю, потому что вот у нас событие, мы его создали, да, ВКонтакте, и на нем уже 100 человек записано. Но ответить на вопрос, зачем она нужна гуманитариям, я просто не могу, я это не знаю. То есть мне достаточно того, что она им нужна.